Привет, ты на канале DiviGame, и сегодня у нас игра «Три богатыря». Приключения RPG. Посмотрим, что за игрушка. Посоветовал мне ее Олег. Спасибо тебе большое, будем смотреть. Погнали. Вызвал князь? Вы только посмотрите. На Русь напали, казну украли, на границе болота наколдовали. А он один пришел. Остальные где? Да ты же сам, Илья, отпуск дал, а Добрыню на секретное задание отправил. Было дело. Так, сделать выбор. Узнать, кто напал, отправиться к бою. Узнать, кто напал. Кстати, а кто напал-то? Сила темная! Растения страшные напали. Все сокровища княжеские похитили. Ого, горе мне, горе. Так, узнать, что украли у князя. А что пропало, княже? Мои сундуки. Мое золото. Все, и все забрали. Не волнуйся, князь, я верну это твое богатство. Так, первое наше задание. Бабах, Dark Souls пошел. Так, враг готов атаковать. Окей. Так, увернись, хорошо. Хорошо, я могу еще и уворачиваться. Четко, четко, четко. А можно музыку чуть-чуть потише? Музыка прям орет, а звуковых эффектов не видно. Прыжок. Аккуратно. Оп-оп-оп-оп-оп. Хорош, хорош, хорош. Помчали. Так, используй супер удар. Нифига себе, что... Хорош, 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 хорош. Прыжок. Залазим, залазим, залазим. Прошли. Легко, быстро и... Вовремя. Уровень пройден. Получено. Получить бонус на карту. Переходим. А вот и княжеский сундук. Открывай скорее. Я с удовольствием. Сделать вывод. Сразу открыть сундук. Сперва спросить, что здесь делает Юлий. Не открываем сундук. Ух, не могу. Заклинило его. Не иначе, как волшебство. Так, Добрыня Никитич. Шаразы, волшебство, значит, надо к Еге идти. Добрыня? Вот так встреча. Так, узнать, как Добрыня здесь оказался. Отправиться к Еге. Узнать. И ты же на секретное задание был. Не был. Напал я, значит, на след вражины. На полях и рядом с Киевом. Как вдруг... Налетел жуткий ветер. И все окрестности превратил в болото. Еле выбрался. И сразу к Еге отправился. Как же здорово, что ты теперь с нами. Идем. Я тебе расскажу о том, что мне князь поручил. Итак, вот у нас карта, значит, основная. Нам сюда, вот мы первую прошли. Идем вот сюда, да, я так понял. Как открыть сундук? Сундуки не просто украли, но и заколдовали. Это князю точно не понравится. Может быть, Яга сможет их расколдовать. А может, она сама в этом замешана? Будь внимателен, не дайся запутать. В бой, погнали. Так, второе задание. Бежим, все ломаем. Оп! Опа! Так, я могу вниз спрыгнуть. Хорош. Сгодится. Сгодится. Так, хорошо, могу спрыгнуть. А чё я не могу ничего делать? Что у нас там дальше? А вот тут, может, как-то можно прыгнуть, смотри. Может, ну, можно... Вот так вот... Нет, не может он вниз. Хоп! Я думал, можно подпрыгнуть, там секретный уровень. Нет, тебе нет. Хорош, промчал. Отлично. Монетки собираем. Монетки нам нужны, я так понимаю, правильно? Так, у меня есть бомба. Я могу выбрать врага и кинуть в нее. Хорошо. Так, прыжок вправо и прыжок. Ну. А, еще прыжок влево и прыжок. Я понял. Отскоки от стен. Хорош, платформер. Прям то, что надо. Прям замечательный победитель, уровень
один. Соответственно, на карту помчали. Так, у нас здесь Баба Яга и Алёша Попович. На чего пожаловали? Так, узнайте, кто призвал силу темную. Так, попросить помочь открыть сундук. Про силу темную давай. Говори, это ты смерчи болото наколдовала? Ну что ты, голубчик, я сама из-за него чуть дома не лишилась. Вон оно как, ладно, поверим на слово. Так, сделать выбор. Так, попросить помочь сундук открыть, конечно. У нас тут сундук княжеский не открывается. Похоже, заколдованный. Поможешь? Конечно, чего же не помочь-то? Только вы сперва ворона моего в лесу найдите, я без него не справлюсь. Хорошо, отыщем твоего питомца. Удачи. Так, что это у нас тут? Давай ткнем сюда. Зелье чудотворное восстанавливает 25% здоровья. Создаем, конечно же. Теперь выходим отсюда. И отсюда. И в третью миссию перескакиваем. Так, пернатый помощник. Сложно найти иголку в стоге сена, а птицу в лесу почти невыполнимо. Но для богатыря нет ничего невозможного. Отправляйся в лес и найди ворона, а заодно и силу темную разгони в бой. Так, ой, что ж такое? Да что ж такое, реально, включи автобой и богатырь сам будет атаковать врага при приближении. Давай попробуем. Скучно. Я лучше тут сам. Сгодится, конечно. Я лучше сам. Мне самому интересно. Вот так. Оп. Прыжок. Летучие мыши тут. Красивая анимация. Красиво сделали. Так, что у нас тут есть? Надо сюда. Сюда проползти, перепрыгнуть. Все четко. Попался. Так, выбрал цель. А я могу выше? Нет, не могу, да? Я просто проверяю, знаешь, всякое может быть. Так, вижу. Она уходит, проходим. Да блин, да что ж такое-то? Давай на тебя. Не вижу ловушки, в упор не вижу. Ага, вот вижу. На тебе. Хорош. Где этот ворон? Так, а тут что? Я опять боюсь. Я боюсь тут. Так тебе. Ага. Я боюсь. Так, она упадет. Я понял. Быстро перепрыгиваю. Босс, первый босс. Нифига себе, кто это? Что ты за чудище такое? Сейчас будем с ним сражаться. Как его убить-то? Нифига себе, он огромный. Как его убить-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Берегитесь атак. Ну это я понял, как бы. Так, узим места подсвечены красным. Хорошо. Красным это что бить-то надо? Да давай бей его. Ай. Я так понимаю, мне его надо по башке стучать. Вот сюда запрыгивай ты. Нет. Запрыгивай. Что тут красным подсвечено? Подскажите мне. Я его еще ни разу не ударил. Бью. Ай-яй-яй-яй, колется, больно. Все, это не всегда, я понял, надо выжидать. О, рука. Хорош. Проходим. Опять рука. Отлично. Ждем. Так, давай, мочи его. Так, плеваться сейчас будет. Залазим и мутузим. Мутузим. Что, не достаю, что ли? Блин, не доставал, походу. Так, отходим. Он сейчас вот так протянет. Он сейчас вот так вот ударит. Бьем. Чуть-чуть. Да бей же ты. Надо ближе подходить, я понял. Все. Сдохло чудище. Чудище лесное подохло. Хорошо, двигаемся дальше, да? В принципе, я могу выпить жидкость. Ай, она все прибавляет. Знал бы, не пил бы. Победа! Как обычно. Можно получить кристаллики.
Итак, у нас Алёша Попович и Добрыня Никитич. Ну и где нам искать этого ворона? Говорящего, что ли? Илья, вот так сюрприз. Так, узнать, как он здесь оказался, давай. Какими судьбами? Ты же в отпуске. Да, в отпуске. Так наотдыхался, что аж устал. А вот решил прогуляться и слышу, не как голоса знакомые. Ну а ворон ваш прямо над головами на дереве сидит. Спасите меня, умоляю. Так, узнать, что с ним случилось. Ну, рассказывай, что стряслось? Меня Черномор погубить хочет. Даже силу темную ради этого призвал. Узнать, где искать Черномора. Ну, теперь ясно. Ты эту кашу заварил. Про этого колдуна Горыныч знает. Пойдем к нему и расспросим. Только сперва меня к Еге отнесите. А то я со страху даже летать не могу. Спасибо, кстати. Касатики, сейчас мы быстро откроем ваш сундук. Я помогать согласен, но требую защиты. Ну, мы тебя отведем к князю. Там ты будешь в безопасности. Ну ладно, уж уговорили. Уровень повышен. 5 самоцветов получено. Сундук открываем. Открываем. 30 секунд. Открыть бесплатно. Могу я бесплатно открыть? А как бесплатно открыть? Ждать 23 секунды не хочу. А вот. Все, что-то получили. Что получаем, пока непонятно. Пока непонятно. Получить здесь. Получили. Так, день календарь получить. Ага. Получаемся. Давай посмотрим, что у нас вообще есть. Так, здесь мы, смотри, тут мы можем кастовать себе бомбы, зелья, исследования какие-то. Что за исследования? Исследовать. Ну давай, пусть. Так, докупить 7 за 4? Нет, мы найдем потом все бесплатно сделаем. И помощники к нам могут прийти. Нифига себе, прикольно. Так, хорошо, это сундуки. Открыть можно бесплатно. Это монетки, но это за день, деньги. Это карта. И мы идем дальше. Ну погнали, что пока открывается. Что известно змею Горынычу? Ну что ж, проблема с открыванием сундуков почти решена. Ворон отправляется к князю и будет там открывать заколдованные сундуки. А теперь путь держать к змею Горынычу. Он должен что-то знать про Черномора. Ну, я думаю, да. Пойдем в бой. Так, помчали. Очень-очень все. Неожиданно. Так, а здесь перепрыгиваем. Здесь давай я не хочу бомбу. Супер-удар. Зачем? Зачем я это сделал? Так, тут есть, бывает, сокровище. Ага. Так, пунктиром обозначен короткий путь к финишу. Хорошо. А так обозначаются сокровища. Окей. Я так понимаю, мне надо вниз и прыжок. Нет. А, ну вниз, наверное, спрыгнуть надо. Блин, не знаю, как лучше. Давай я спрыгну. Вот так вот спущусь. Добей его. Мучим. Да бей ты, чё ты? Ты чё стоишь-то? Я не совсем понимаю, когда вот этих бить. Ага. Монетка мне ж нужна, монетка обязательно важна. Хотя ради монеток сюда. Ну какая тут удача? Такая себе удача. Мочи! Хорошо. Ну ничего. Да, у него помощник ворон. Я тоже хочу себе помощника ворона. Плюй. Плюй, бегу. Плюй, бегу. Бегу, 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 бегу. Успеваю. Хорошо. Полезная хорошо. Вещь в хозяйстве. Согласен. Рядом враг. Так вот он и враг. Угу. Так, а тут куда? Ну, вниз, я так понимаю. Так, мочим. Красиво, красиво. Прям, ну, прикольное, да? Вот согласись. О, кто это? Заяц. Заяц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, прям сильный, блин. Нифига себе мощный. Ах, ну ничего. Наконец-таки. Сколько за него нам дали, интересно, монеточек. Прошли мы и... Молодцы, молодцы. Получить бонус X2. Нет, пойдем на карту. Добрыня Никитич и Змей Горыныч. Здорово, Горыныч, подскажи, где Черномора искать? Ох, я его уже несколько лет не видел. Да зачем он тебе? Это он всю эту нечисть наслал. Нужно проучить негодяя.
И вот подлец, мне он говорил, что в Египет собирается. Так, узнать, чем Горынча занимается, спросить подробнее про Черномора, уйти. Естественно, узнать. Дружище, как ты вообще? Неспокойная нынче? А мне наоборот, все разбежались, никто не беспокоит. Я себе хобби завел. Никакое же. Металл изучаю, сплавы всякие, железо кулю, кую помаленьку. Слушай, так нам же кузнец нужен. Княжеский не справляется уже. А без доспехов богатырю нельзя. Так не вопрос, я с радостью. Так, спросить подробнее про Черномора. А что Черномору там делать в Египте в этом? Он все пытается научиться ветром управлять. И вот узнал, что где-то в Египте спрятано такое знание. Ветром, говоришь? Это стало быть, чтобы вихри устраивать, которые страны разоряют. Твоя правда, Добрыня. Только он тогда больше про помощь для мореходов говорил. Вы как хотите, а? Я без запасов еды в Египет не поеду. Бабуля ж моя, лучше знаток по растениям, она поможет. Подарок для быстрого старта. Мы подготовили вам подарок, можете получить его всего лишь за один просмотр рекламы. Спасибо, не надо. Так, это вот здесь мы можем ковать себе, да, оружие улучшать. Хорошо, доспехи, заходим. Открываем, нажимаем. И за 7 кристальков можем улучшить. Не, вот я уровень прокачиваю. Вот, все, хорошо прокачали. А доспехи открыть. Так, нету, да, у меня нету. Ладно. Так, и наплечники еще могу. Так, лишняя броня не используется. Больше не показывает сообщение. Использовать лучше. Вот так могу, оп, экипировать. Ну, у меня экипировано все. Все экипировано. Единственное, что вот я Добрыню еще могу. Как мне можно выбирать в самом начале? Интересно, это по истории я пошел, да? Сундук получил. Вот, кстати, наплечник я получил. Я, кстати, получил наплечник. Открыть не хватает. Хорошо. Я могу же его экипировать? Да. Все, тут монетки, тут сундуки. Кстати, можно открыть. Хорош, давай вот этот откроем. Тут что у нас? Оружие новое открыть. А, ну каждому я могу открывать, я понял. Каждому я могу открывать оружие свое, соответственно. Здесь наплечники, открыть и одеть. Окей, следующий. Здесь ему все надо открыть, одеть, соответственно. Доспех открыть, одеть. Наплечники открыть, одеть. Отлично, все, все богатыри у меня красавчики. Бомбы открыть. Создать не получается, пока не хватает. Короче, нам надо много всего создавать. Ой, Добрыня, а я как раз к вам ковыляю, чу нам поделиться нежданным. Так, спроси, в чем дело. Ну что случилось, Ягишна? Неужто опять сила темная где балуют? Да не, Янхатовый мой, но колдунством и верно повеяло. Там на опушке леса, откуда ни возьмись, библиотека выросла, да непростая, волшебная. Она как? Надо будет заглянуть, да? Не опасно это? Нет, Добрынюшка, не опасно, я проверяла. Да что с тобой делается-то? Добро, забегу на досуге. Ничего не понятно, но очень интересно. Короче, где мы есть? Куда нам идти? Сюда, вот. Карьера тут есть. Склад какой-то. И что нам делать? Подожди, подожди, что я сделал? Куда я только что зашел? Куда нам надо идти? О, тут цветочек какой-то. Усилить богатырей. Да я уж усилил их. Короче, мы прошли с тобой, получается, раз, два, три, четыре. Вот он, 5-й уровень. А у нас всего тут корабль какой-то есть. А, ну это вот как раз таки здесь. А у нас история продвигается, смотри куда. Пока тут застыла. Что она застыла здесь. Давай продвигайся, история. Не, дальше не могу, вот тут и все. Так, тут что у нас? Открываем, хорош. Хорош, за минуту еще можно открыть. Настройка тут, в принципе, русский, английский, музыка, эффекты. Больше ничего нету, да? Здесь получаем подарки. В целом такая вот игрушка. Мне в целом нравится, прикольная. Вполне прикольная игра. Вполне кайфовая.
Нравится тебе лайк, подписка, колокольчик, чтоб не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение летсплей, подписывайся на все социальные сети, все ссылочки, конечно же, в описании. Ну а мы увидимся в следующем видео. До встречи. Пока.